Отдаленные села Туркестанской области получили долгожданный газ. Голубое топливо теперь поступает в дома и жителей села Хибата Сауранского района. Своей радостью сельчане поделились с нашими корреспондентами. В селе Ибата проживает больше 8 тысяч человек. Для них подключение газа – настоящий праздник. Людям больше не придется топить печи, возиться с золой, запасаться к холодам углем. Голубое топливо снимает сразу ряд проблем. Уже 18 лет, как мы создали семью, живем в этом доме. И все это время приходилось носить ведрами уголь, запасаться кизяком. Теперь это наконец-то в прошлом. Радуемся всем селом, что подключили нас к газу. Большое спасибо тем, кто установил всю систему. Это такое благо. Проведен газ по проекту государственно-частного партнерства. В регионе намерены активно переходить на голубое топливо. Это позволяет улучшить и экологию, и социальное положение жителей, говорят эксперты. Сегодня уровень газификации Туркестанской области составляет уже 74%. Газ есть в 13 районах из 14. Только в прошлом году к этому благу цивилизации подключено 42 села. В этом году мы планируем 76 новых населенных пунктов подключить к газу. Это большая производственная работа, большая работа Акимата, национальная компания «Казагаз» и дочернее предприятие «Казтрансгаз Аймак». В общем, по улучшению социального благосостояния народа, мы считаем, газ – это важный ресурс. В целом, в Сауранском районе к газу теперь подключено 8 из 36 населенных пунктов. До этого же нацкомпания совместно с Акиматом области газифицировала еще два села – Батерек и Жамбыл в Келесском районе. Анна Лисенберг, Нежанда Шубамик, Ирболат Абиш, Туркестанская область, Хабар, 24.